25 ноября прошел районный фестиваль «Дети разных народов». В фестивале приняли участие 150 школьников из 19 общеобразовательных учреждений района. Этот фестиваль наряду с другими праздниками и мероприятиями проводится регулярно и очень содействует укреплению интереса школьников к культуре других народов. Организаторами фестиваля является Курагинский дом детского творчества. Наш Курагинский район многонационален, русские, украинцы, немцы, азербайджанцы и много-много других народов и национальностей, которые прославляют наш район народными промыслами, песнями, танцами. Ежегодно проходит этот фестиваль, и из года в год участников становится все больше и больше. День за днем силу, могущество и славу России строят общее хозяйство, общую культуру. Красноярский край – один из самых больших регионов России. Это суровые реки и неприступные горы, зеркальные озера и море тайги. Но главное – это люди. Мне очень приятно, что уже 8-й раз мы проводим этот фестиваль. То есть он у нас 2008 года. И мы можем сказать, что он набирает масштабы, уже больше участников, больше национальностей предоставляется нам посмотреть. И, как уже сказали ведущие, что наш Курагинский район многонационален. И когда все народы будут жить в мире, то нам ничего не грозит. 20 коллективов из многих школ района продемонстрировали национальные танцы и песни 15 народностей из всего многообразия народов, проживающих в нашем районе. Это и русские, украинцы, цыгане, и финны, ирландцы, и немцы, китайцы, азербайджанцы, казаки и евреи. Ребята из Рощинской школы показали многонациональное выступление. Наша школа представляла множество национальностей, не одну конкретную, а вообще в целом показывала дружбу национальностей в нашей стране. Большинство костюмов ребята шили сами, конечно, не без помощи взрослых. Нам всегда помогает наш учитель трудов. Она всегда дает нам самые яркие костюмы и, в принципе, придумывает все наши образы. Я думаю, такие мероприятия все-таки нужны для того, чтобы показать людям, что все-таки дружить нужно с любыми нациями и в целом общаться со всеми народами. Ну, на сегодняшний день наблюдаются проблемы, такие как конфликты между разными национальностями, и мы хотим сократить эти. Да. Ну, чтобы народы больше сдружились и не было таких конфликтов. Фестиваль проходил по трем номинациям – национальная песня, национальный танец, вокально-хореографическая композиция. Выступления участников фестиваля были разноплановые, яркие и запоминающиеся. Так, ребята из Курагинской школы номер один представляли азербайджанцев. Они покорили зрителей энергичным танцем. Участники фестиваля из Марининской школы рассказали и показали, как встречают немцы Рождество. Значит, идейный вдохновитель была Зайцева Светлана Александровна. Значит, она, конечно, шила костюмы сама, мы ей в чем-то помогали, сдавали денежку, помогали ей шить, она нам обращалась. Мы, конечно же, не отказывались, потому что мы тоже принимали в этом большое участие. Мне кажется, что такие праздники очень важны для нашего народа, чтобы мы друг друга маленечко узнали, в то же время познакомились, узнали, кто откуда и как живет народ, какие обычаи, какие традиции есть у народа. Ребята из Пойловской, Ирбинской, Кордовской школ показали зажигательные танцы, а представители Березовской школы, Курагинских школ номер 3 и номер 7 исполнили национальные песни. Субтитры сделал DimaTorzok.
дети разных народов с каждым годом развиваются. Участники прежних лет вырастают и уходят из школы, а их последователи придумывают все новые темы для выступлений. И вот уже не только песни и танцы, но и настоящие мини-спектакли представляют ребятам. Подготовка к фестивалю проходит в школах весело, и выступать со сцены районного дома культуры хоть и боязно, но интересно. И вряд ли дети задумываются, что таким образом их воспитывают. А на деле это и есть воспитание той самой толерантности, о которой так много говорится в современном обществе. А школьники это определяют как дружба.